Лиза? Лиза? Ты вернулась? Что? Ты вернулась? А ты сомневаешься? Я вроде здесь. Я опоздала на самолет. Ты опоздала на самолет. Какая радость. Конечно. Как ты вырядился? Тут что, карнавал? Нет, мне было жарко, и вот я переоделся. А ты тоже? Мне тоже было жарко, и я переоделась в аэропорту. Что я вижу? Пирожные, шампанское. Что за праздник? Это твой праздник. Для тебя. Мой? Твой и мой. Я знал, что ты вернешься. Ты говорил с Анной? С Анной? Да, с Анной. Нет, а что? Я позвонила ей по дороге, она сказала, что только что с тобой разговаривала. Надо же, какая врушка. Анна! А мне послышалось Джанна. Джанна? А что еще за Джанна? И я подумал, что за Джанна? И что же Анна сказала? Сказала, что у тебя обворожительный голос. Какая глупость. И сказала, что ты с ней заигрывал. Она сказала, что я с ней... Какой там заигрывал? Да что ты говоришь? Просто она поссорилась с мужем. Это и твоя вина. Она так плакала, бедняжка. Я тоже разволновался и постарался быть с ней поласковее. Никаких заигрываний. Я ее даже не знаю. А как же нежный образ? Вы что, сиамские близнецы? Только скажешь что-нибудь одно, и другая все узнает. Ты ей сказала, что не улетела, что вернулась домой. Да? Нет, я потому и опоздала на самолет, что болтала с ней. Ну так позвони ей. А зачем? Потому что нужно ей сказать. Вы друг другу пустяки говорите, а о важных вещах умалчиваете. Скажи. Это не нужно. Нужно? Если я говорю, значит нужно. Я сам позвоню. Как это не нужно? Нужно? Мне не стоило приезжать, не предупредив. Кстати, ты случайно не с Анной встречаешься? Кто, я? Да. Как тебе может такое прийти в голову? Нет, я встречаюсь с Анной, надо же. Если не веришь, спроси сама. Спрошу. Вот и спроси. Ничего не выйдет, никто не отвечает. Она уже выехала. Как это выехала? Куда? Сюда? Может быть, ты еще скажешь, что сейчас позвонят в дверь и придет Анна. Звонят. Звонят? Какой-нибудь торговец из тех, что ходят по домам и предлагают британскую энциклопедию. А мы не будем открывать. Открой, иди открой. Тебе нужна британская энциклопедия? Я сама открою. Нет, ладно, если ты так хочешь, я открою. Радость моя, пойди в другую комнату, так будет лучше. Я с ней за 5 минут разделаюсь. Не будем ее унижать. Кого? Это Анна. Что она себе вообразила, эта дурочка? Анна? Там Анна? Да. Я сам разберусь. 5 минут и все. Иди. Да, я пойду. Тони, наконец-то я узнала, что твоя жена уехала и решила зайти на минутку. Какой ты нетерпеливый. Тебе понравилось прошлой ночью?